В Екатеринбурге оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления МВД задержали 36-летнего уроженца Нижних Серег, торговавшего мефедроном прямо из своей квартиры. За что был сегодня задержан сотрудниками полиции, представляешь? Примерно, да. Угу. Сейчас, значит, в присутствии полиции будет произведен твой личный досмотр. Значит, при тебе что-то запрещенное находится. Наркотики. Денежные средства добыты преступным путем или еще что-то? В правом кармане. В правом кармане? Здесь вот? Что здесь у тебя находится? Там... Шкатулка, блядь. Шкатулка? Да. Ну... Значит, смотрите, в правом кармане шкатулка, обшитая замшей. Это с другой стороны. Открываться-то не хочет. Но прежде чем выйти на наркоторговца, полицейские задержали в подъезде дома по улице Советской в пионерском поселке Екатеринбурга его 30-летнего товарища, уроженца города Урай Тюменской области. Наркотики употребляешь? Употребляю редко. Что употребляешь? Мефедрон. Как употребляешь? При себе что-то запрещенное имеешь? Да, имеет. Что? Возможно, мефедрон. Возможно, мефедрон. Вот здесь? Да. Значит, смотрите. Здесь у нас находится пакетик типа Ziploc с веществом белого цвета. Подальше отложу. Еще что-то есть при себе запрещенное? Телефон твой с этого где? А, телефон был в зале, он у меня... Стой здесь. Там валяется, да? Угу. Да в кармане в зале у него торчит телефон. А, в зале, ну. Какие-то маски, ну, блин. Значит, смотрите. Еще у нас пакетик, но он получается уже с остаточным явлением белого цвета также. Задержанный сибиряк признался, что наркотики получил от своего товарища в долг. Один пакет употребил прямо в его квартире, а второй весом около полуграмма взял с собой. С ним-то его и приняли. Задержанный указал номер квартиры, где живет его товарищ, и полицейские проследовали с ним туда. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Еще что-то есть при себе запрещено? Нет. Нету, да? Еще, смотрите, значит, пакетик со следовыми остатками. Значит, в этом кармане у нас находятся, видите, денежные средства и еще один пакетик типа Ziploc с веществом белого цвета. На то, что молодой человек хранил наркотики не только для собственного употребления, но и для сбыта, указывали новенькие, еще не использованные полиэтиленовые пакеты, а также электронные весы. Весы. Кому принадлежат? Мне. Тебе? Да. Для чего ты их использовал? Ну, для чего, просто на кухне весы лежали. Весы лежали, да? А что за, на них за налет? Расскажи мне, пожалуйста, если ты ими не пользовался. Ничего не могу сказать потом. Не можешь пояснить ничего, да? Ладно. Ложечка. Видите, там порошочек белого цвета. Подозреваемый признал, что найдены у него пакетики с мефедроном принадлежат ему. Это что? Видите? Я вижу, что это. Данное вещество кому принадлежит? Мне. В отношении первого задержанного возбуждено уголовное дело за хранение наркотических веществ в значительном размере. Второй арестован по обвинению в покушении на сбыт в крупном размере.